стрелку 20! Огонь! Соронил! Что? Молчите! Опять. На позицию, девушка! Провожала бойца! Не понял, гад! Убью, гада! Дядька Архип, это ж зеркало! Зеркало? Тетка Настасья уж неделю как повесила. Настасья, а на кой хрен на ее сюда впупенила? Сказала пьянчуга, на себя глянет. Стыдно станет и пить перестанет. Дура баба. Опять нализался, а? Молчать. Раскомандовалась. Здесь я командир. Птичка моя ненаглядная. Эй, слышь, ты чё? Ты вообще кто? Я Юрик Оленев, ваш племянник. Племянник? Странно. И когда что успел родиться? В 1936 году. В 36-м? А что ты у нас-то делаешь? Я уже год у вас. А родители твои где? Ну я же вам уже 100 раз говорю. Отвечай, говорю! Маму фашиста убили. Папа на фронте. Без вести. А ну, иди сюда. Побыстрее! Ближе. Ближе. Ну, еще ближе. Ближе не могу. Почему? Вы меня с крыльца кинете. Не кину. Нет, кинете. В прошлый раз кинули. В прошлый раз тебя тут не было? Или был? Был. Значит, ты забрался сюда неспроста, паскуденок. Сундук. Значит, ты забрался воровать сундук. Пиши отсюда, шантропа пузатая! Война кончится, отец мой вернется и заберет меня! Настасья! Сколько раз! Прости его, контуженного, на фронт он рвется. Ничего. Ничего. Вот война закончится, и все будет хорошо. Все будет хорошо. Моя мама тоже добрая была. А он гад. Это мой друг, Витька Заяц. Заяц. Ой! Здорово, Юрка. Да не связывайся ты с этой вышкой. Ну-ка, подержи. Послушайте, в коридоре лампочка перегорела. Кто выкрутит? Только без стола. Без готы. Ой! Получил? Ученые медведи. А чё, концлагерь? Медведи жирные. Крысы тыловые. А ну да! Сейчас ты получишь! Вот ты ужасный! Стой! Догоню, бью! А ну сюда! Давай, давай! Последний! Красиво! Да. Догоню, ноги отрежу! А ну сюда! Стой! Быстро бегаешь! Быстрее! А ну давай сюда! Сейчас ты меня получишь! Опа, пляши! Ну стоять! Стоять! Эй! Куда побежал? Ты куда? А ну назад! Ну что? Иди слабо сюда! Слабо, ученые медведи! Хватит уже! Да не будем мы тебя бить! Стой! Эй, дурак, кончай! А то взорвется! Иди сюда! Нет! Это вы идите сюда! Здесь тепленько! Во
кровавые! Иди сюда! Кончай! Вот тебе фашистская гадина! За отца, за братьев, за сестру! Будем мы тебя трогать! Ты не боишься эту бомбу? Я умею читать ее мысли. И что она думает? Бомба ненавидит людей. Она ведь живет, когда убивает. А люди заставили ее лежать мертвой во враге. Вот она и хочет нам отомстить. Откуда ты знаешь? Знаю. Я слышу. Все вещи, как и люди, бывают добрыми и злыми. Они или нам помогают, когда хотят, или нам мстят. Ха, заливаешь. Врешь ты все. Не веришь? Вот за той кучей мусора сидит дикая собака. Она думает о нас. Да нет там никого. Она нас видит и боится. Я всю жизнь мечтал увидеть настоящих диких зверей мира. Я тоже. Нет, ты не так, как я. Я страшно хочу их увидеть. 100 рублей? Сумасшедшие деньги. Целая буханка хлеба. Ой, полным-полна коробушка, есть и сицец, и пара. Ходим, подходим, пишешь, и жареные. Подкладок там жаль. Молодец, кого облега. Пожалели душа за знобушка, молодец, кого облега. Мальчики, сколько? 200 рублей. Ой. Сколько? 200. Папа, купи. Лачки. Хорошие дети. О, здорово. Уйдите, уйдите, дайте пройти, пустите. Смотрите, смотрите. Ёкало меня, чёрт. Запутался под навешанной тряпья. Твою, твою мать. Дрика шапка. А это кто? Настоящий дрессировщик. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте! Вот мы и прибыли к вам. Примите от нас и от наших зверей сердечный привет. Физкульт! Привет! Физкульт! Привет! Дорогие товарищи, этот показ диких зверей мы посвящаем нашим доблестным воинам, которые добивают фашистского зверя в его логове. А сейчас... Там настоящий тигр. Первым номером показ тигра! Тигр – очень страшное и опасное животное. Очень страшное, как фашистский танк,
королевский тигр. Концерт посвящен героям Красной Армии, а вы? А сейчас следующий номер, «Пантера». И чтобы у меня тихо. Я пантера. И о чем думают эти звери? Эх ты, мои мысли. Мысли умею читать. Что теперь будет? Дядька Архип меня точно убьет. Да не волнуйся ты, поживешь у нас. Я с матерью договорюсь. Будем ей помогать вагоны разгружать. Зайц, тебе нравится какая-нибудь девчонка? Нравится. Кто? Вышка. Вышка? Она хорошей женой будет, да и матерью тоже. Неужели ты уже сейчас думаешь об этом? Конечно, сейчас самое время жену подбирать, пока она еще притворяться не научилась. А если она за тебя не пойдет? Пойдет, вот увидишь. Она же тебя ненавидит. Если бы, именно ненависти я и добиваюсь. Как на то дело пойдет, так и признаюсь в любви. И дело в шляпе. От ненависти до любви один шаг. Видал в кино, как любит? Ха, видал. Ну вот, думаешь, зря я ее дразню? По-моему, ты уже добился своего. Нет, она еще пока не сказала. Вот как только скажет, что ненавидит, так сразу и признаюсь ей в любви. Я ей по хозяйству помогать стану, а то у них уже крыша совсем худая. И забор повалился. Они тоже похоронку получили. Ну, а когда вырастем, конечно, поженимся. Я сына хочу, чтобы после смерти в него переселиться. Как отец у меня. И не верю, что отца убили. Он ведь помогает мне, когда мы с матерью ночнули. Как это? Ну так, я — это отец, а отец — это я. Я слышу все, что он говорит. Я вижу все, что он делает. Ты опять? Вот сейчас, например, он берет Берлин. Чудной ты, Зайц. Мир еще услышит обо мне. Когда вырасту, я стану великим ученым и начну путешествие вокруг всей планеты. Увижу всех диких зверей мира. Представляешь, всех до одного. Я страшно хочу их увидеть. Они мне просто не дают покоя. Я поеду с тобой. Убью гаденыша! Все, мне конец. Зайц! Я ему покажу, как сундуки красть! Бежим! Архип, не надо! Слева заходи! Он от нас уйдет! Архип, тут же ребенок! Архип! Держи его! Стой! Держите его! Прочь с дороги, рыжая крыса! Сам! Пусти! Нет! Ненавижу! Наконец-то! Я на тебе женюсь! Ой, подумай до завтра, а потом скажешь, ладно? Стой! 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 Ой, Архип, подожди! Архип!
господи! Говорит Москва, войска Первого Белорусского фронта при содействии войск Первого Украинского фронта 2 мая полностью освободили столицы Германии городом Берлина. За мной! Стоять! Назад! Я не буду вас бить! Юр, сюда! Смотри, как здесь тепло! Тепло и сухо! А какая она горячая! Сила! Иди сюда! Витька! Вернись! Я прощаю тебя! Правда, Заяц? Да ну ее! Смотри, как раздымилась! Сейчас! Я с ней попрощаюсь только! Видишь, как злобится! Ишь, стерва! Как она нас всех враженно ненавидит! Я прошу тебя, иди сюда! На войне не удалось поубивать. Так она сейчас. Кому говорят? Сегодня ей конец! Я не боюсь тебя, бомба. Витька. Теперь мы увидим всех диких зверей мира!